5 ноября – день Иакова. Он брат Христа по плоти. Согласно преданию, он приходился сыном Иосифу и родился еще до его обручения с Марией. В земной жизни Иаков сначала не признавал Иисуса Спасителем, так как видел, как рос Иисус. Однако после смерти и воскресения Христа Иаков изменил свое мнение. Он стал одним из 70 апостолов и в дальнейшем известен как первый епископ Иерусалима. В 63 года он принял мученическую смерть, был сброшен с крыльца храма и побит камнями. Сегодня было принято играть в пчелиные игры, есть мед и подражать жужжанию пчел. А человек, который преуспеет в этой игре, будет достойно награжден. Летом у него будут хорошо роиться пчелы и дадут много меда. Сегодня завершали все работы, связанные с заготовкой дров на зиму. Считалось, если справиться с заготовкой дров вовремя, то в доме зимой будет тепло. Сегодня молились Иакову, чтобы он помогал мужчинам выполнять сложную и физически тяжелую работу. Сегодня закармливали землю. Для этого разламывали вечерний пирог, который оставался после дня Казанской иконы Божьей Матери. Куски пирога разбрасывали по земле, привлекая птиц. Птицы клевали пирог и при этом чирикали. Мол, чириканье успокаивает землю, а значит, позволит получить хороший урожай на следующий год. Сегодня девушки ткали праздничные вожжи. Впоследствии их использовали для свадебного поезда, а затем дарили своим женихам. Сегодня вечером вся семья собиралась вместе и пила хмельное пиво с медом. Это объединяло всех вместе. Приметы. Если сегодня град пошел, либо мелкая крупа, 22 ноября наступит настоящая зима. Если сегодня много снега выпало и он не растаял, зима будет теплой, а урожай хорошим. Чтобы привлечь удачу, нужно сегодня выйти в поле и разложить куски пирога или хлеба для птиц. К этому дню надо с долгами рассчитаться, чтобы была удача в следующем году. Чем больше сегодня меда съешь, тем больше его соберешь в следующем году. Сегодня не следует поручаться за посторонних людей. Это плохой знак. Если сегодня туман, то зима со снегом будет. Мое обращение к посетителям канала. Поддержите канал, поставьте лайку, дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я не прошу вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать, а для того, чтобы вам помогать.